На данной выставке наша компания представляет линейку оборудования для гибки жестких кабелей. Машина правки и резки кабеля, то есть позволяет из бухты или из неровного кабеля получить ровные отрезки. То есть здесь вы можете видеть в этой машине механизм правки и механизм резки кабеля. То есть после этого мы используем машину собственного производства, машина гибкие и резкие кабеля МГРК 1.2, которая позволяет получить жесткие кабельные сборки из жесткого кабеля различных конфигураций. Ну, это вот простейший случай, это вот такой, но он может быть очень сложный кабель и из различных марок кабеля, то есть от диаметра 1 мм до диаметра 6 мм можем гнуть эти кабели, гнуть и резать на этой машине. Вот эта машина, все это оборудование, это нашего личного собственного производства, начиная от винтика и заканчивая программой. Вот. То есть эта машина делалась сначала для личных нужд, но поскольку она получилась очень удачной, мы решили помочь людям, столкнувшимся с такими же проблемами. То есть вот типичный образец кабеля, который мы используем в своих приборах.